все зависит в первую очередь от студента. Если студент хочет взять максимум из процесса, то он это сделает. Ну и, конечно же, это преподаватель. Такие преподаватели, которые горят своим делом, которые сами в этом варятся, которые по-прежнему работают. И от них, конечно, я получила очень многое. Вот эту страсть, вот это стремление, этот вкус к прекрасному.